плюс-минус одинаковые. Единственное отличие – это Брайка, которая Брайка Бэй обычная. Это номера бунгальные, двухэтажные, по территории. Первая линия у них тоже из бунгалов Beach Front, там они только одноэтажные. И какой вообще самый большой кайф – это то, что если вы берете этот номер, вы выходите на террасу, и у вас прям прямой выход к пляжу, к офигенному, шикарному, песчаному. На пляже безумное количество пальм, все очень зеленое, красивое, то есть эти отели, их все всегда любят. Даже если человек там с какой-то претензией на что-то VIP, он приезжает в Брайку, конечно, она более эконом, но территория и лагуна просто переполняют всех эмоциями, никто никогда не жалуется. Royal Брайка, там номера получше, но это уже корпус, то есть это трехэтажный корпус, где номера именно в этих блоках, там нет такой, скажем так, романтики. Мне больше нравится та, которая Брайка Бэй. Они обе пятерки, очень хорошие. А территориями они могут пользоваться друг друга, да? Да, могут пользоваться, но главные рестораны, по-моему, только... Ребята, сейчас посмотрим Брайка, потом не на автобусе обратно. Мы через Брайка в Royal Брайка. Да. В Акуши, там потом автобус будет ждать нас. Ага. В другом отеле, хорошо? В Рояле кушаем. В Рояле кушаем, да. Мы приехали в отель Брайка Бэй. Брайка Бэй. Брайка Бэй. Здесь два отеля, Брайка Бэй и Royal Брайка. Брайка Бэй. Royal Брайка считается по уровню выше. Брайка Бэй попроще. Но оба отеля очень достойные. Так вот выглядит главный холл отеля. Можно походить по отелю? Нет, мы сам все вместе будем ходить. А. Так, выход с рецепции, с лобби отеля, прямо к бассейну. Ну, что-то типа того. Яш, можно у него сразу визитки, чтобы он взял? Визитки, чтобы он нам дал визитки свои. Чтобы если ему там задать вопросы какие-то на будущее там. Вот его нету, просто знаешь, раньше был. Поэтому я спросила, вы территорию разгибали. Wi-Fi. Wi-Fi отеля Брайка. Один день 10 евро, 3 дня 15 евро, 14 дней 35 евро и 1 неделя 20 евро. Ну еще, да, по-божески. Welcome, sir. Спасибо. Thank you. Hello? По приходу нам дали полотенце вытереть руки. Открыли этот отель. Total room house 320. 320 номеров. We have four different categories. Четыре категории разных номеров. Standard. 35 meters. 35 квадратных метров. Beachfront 35 meters. Beachfront 35 тоже. First line to the beach line. Первая линия на пляж. А еще есть категория номера, которая сразу первая линия на пляж. And superior. И superior. 35 метров. 35. And we have family room 70 meters. Семейный 70 квадратных метров. And we have family suite 100 meters. И family suite 100 квадратных метров. Now we just serve all inclusive. Работает по системе all inclusive только. Breakfast from 6:30 till 10 o'clock.
Завтрак с 7 до 10. Lunch from 12.30 to 2.30. Обед с 12.30 до 2.30. Dinner from 8 o'clock to from 6.30 to 9 o'clock. Понятно, да? С 6.30 до 9. We have 3 restaurants. 3 ресторана. This restaurant, this is the main restaurant. Главный ресторан. And we have 2 à la carte restaurants. Tamara restaurant. И 2 à la carte. Tamara. It's oriental. Восточный. And this is free of charge, but advanced reservation required. Это бесплатный ресторан, но по резервации через гостиницу. And seafood restaurant Gambrini, it's with a charge. Есть еще ресторан, называется Gambrini. Это морепродукты, но это за отдельную плату. We have 3 bars. Здесь есть 3 бара. Tiffany bar, this is from 10 till midnight for free. С 10 до 12. And we have cruise bar, this is pool bar till 11, from 10 till 11 as well. Есть бар на бассейне с 10 до 11. And we have the beach bar from 8 till 10 for free, soft drink. С 8 o'clock in the morning. С 8 утра до 10. عشرة لا لحتى 10 الصبح من 8 ل 10 سوفت درينك ومن 10 لحد 6 هارد درينكس из 10 из 8 до 10 утра только софт напитки из 10 начинается спиртные напитки до заката we have kids club у них есть детский we have 8 animation we have russian we have ukrainian we have german анимация международная на всех языках We have 3 aqua park over there in Royal. You can use it. Есть аквапарк? Аквапарк. Три горки в Royal. А, три горки в Royal. Они можно использовать. Может, те, кто живут. And the bar in Mega Pool Park as well is for free. Еще один бар рядом с аквапарком это тоже бесплатно для гостей. На оба этих отеля бесплатно. We have 3 pool. У них 3 бассейна. واحد heated هنا один с подогревом это в закрытом помещении we have one for the children and one the main pool bar and еще два один для детей а второй для взрослых под открытым они подогреваются под открытым только в закрытом помещении we have a sport zal is for free fitness бесплатно spa jacuzzi hammam is with the charge это за Now we can have a look to the hotel territories and the beach. Let's Это один из самых популярных отелей. Отель ориентирован абсолютно на все категории отдыхающих. Superior где? Вот это вот Superior. Вот это все номера Superior. Это главный бассейн, да? Главный бассейн. Территория зеленая, красивая. انا لسه كنت طالع من الراجل اخدت الفلوس والحاجه وانت امبارح على فكره السفر ده من فاستاز انت مدي الزباين معدى هم راحوا لك الساعه 10 ونص هناك هو فانتازيا بيتش بار بيتش بار بيتش بار да 8 утром до 10 бесплатно с 8 утра до 10 вечера
Отрум. Это софт-дринк. То есть это не спиртные напитки. С 8 до 10, потом спиртные напитки. Фреш это платно. А сколько стоит фреш для ребенка? Ребенка это 2 евро за один. У вас все в евро, не доллары, все евро. Да. Можно доллар заплатить? Поэтому 70% наш отель немецкий. Немецкий, немцы. Да, поэтому все евро. Угу. Even хозяин, администратор. А где риф начинается? Риф. Да. Там есть понтон или... Да, понтон это тоже у нас. Все у нас. Это риф там, да? Это риф. Красиво. Вот это получается вход. Там есть turtles, dolphins, все есть. Corals, reef, там. Там дельфины есть? Дельфин, да. Дельфины есть? Да, да. А морская дайверс. Корова вот эта? Корова, да. Как она? Да. Как морская корова, как по-английски? Морская корова, сикау. Дюгонь. Дюгонь, дюгонь. Дюгонь, сикау. Баратербах. Дюгонь есть, да? Для шофту. Нету дюгоня? Что, есть корова? Ну, он тут видел, но обычно нет. Корова – это морское животное. Она, если захотела, там и поплыла. Все, дальше идем. Да. Это пляж. То есть есть заход для детей. Отличный заход. Есть риф, есть понтон. На пляже будут очень довольны люди, которые приедут сюда отдыхать. Сейчас мы идем дальше. Добрый день. А где горочки? В Ройале. Это там около Ройала. Сейчас мы идем туда. Входим, да? Да, это beachfront комната. Там и там. Это Superior или стандарт? Это beachfront. Это другая категория. Beachfront. У нас есть 4. Стандартный, Superior, beachfront и family room. Ага. А бичфронт отличается от супериора чем? Это не супериор, это другой. Это тот же супериор, только с видом на море. Это сразу первая линия на море. Сразу первая линия на море. Не, это вид из этого. Да. А категория номер? Он ближе к стандарту или к супериору? Хорошо, здесь отличается, что здесь есть чайник, скоп, есть халат, есть тапочки. О, а в тех номерах, получается, нету тапочек? Нет, да? Только чайник. А скажите, для детей, бэби-кот, горшки? А, бэби-кот, экстра бэд. Только бэби-кот. Горшков нету? Коляски? Колясок нету? Что еще? Есть дайвинг-центр. Вот, дайвинг-центр. Сейчас смотрите, потом еще вернемся туда, в ту сторону. В отеле есть собственный дайвинг-центр. Это, получается, глубоководный бассейн. Да. А сколько метров бассейн? Глубина. Это только для дайвинг-центра. Я понимаю. Здесь глубоководный бассейн. Глубина достаточно большая, ну, метра, наверное, 3. Здесь есть отдельное обучение дайвингу. Это пока первый отель, где я увидел полноценный дайвинг-центр.
Отель Брайка. Посмотрите, мне чем-то это напоминает аллею на Шри-Ланке. Слева море, пляж, справа бассейны, пальмовая аллея. Это безумно красиво. Детский бэби-бассейн. Детские маленькие горочки, грибочки, чтобы защитить ребенка от солнышка. Есть бассейны для деток постарше. Есть вообще лягушатники. В общем, отель очень сильно ориентированный. То есть для детей здесь в этом отеле есть по факту все. Согласно заявлению отельера, здесь есть бэби-коты. Горшков нет, колясок нет. Пожалуйста, везите колясочки свои, горшки тоже свои. Вот. Местные ательеры считают, что если будет ребенок пользоваться предоставленным горшком, как бы он ни мылся, это считается негигиенично. Посмотрите, есть вот такой вот уголочек для деток. Горочки, игры какие-то. То есть деткам есть чем заняться. Есть еще вот такое вот для деток. При отеле есть детский клуб. Есть детская дискотека. Детская анимация. Причем анимация детская на русском, на украинском даже языке есть. На итальянском. То есть отель реально международный. Вот карта отеля. Как это все выглядит. Коллега, он сейчас вам помочь. Ага, спасибо. Здравствуйте. Дмитрий. Да. Начинаем сейчас, мы уже в Royal Bride. Предлагаю сделать на память красивую фоточку. Все вместе? Да. Давайте. А я жду капсуру. Сегодня мы стараем. А что нас делают сегодня? Дай он доказать, что мы тут были в отеле. Сейчас мы находимся на пляже Royal Brajka Beach. Пляж, конечно же, вылизанный. Просто вылизанный. Но я хочу сказать, что заход в море, наверное, все-таки лучше в отеле Брайка. То есть сейчас отлив, конечно же, не особо приглядное зрелище. А зачем мне эта птичка? Но в отеле Royal Brajka имеется понтон. Понтон стационарный, пирс. Судя по всему, дают мороженое бесплатно. Все это их, блядь, ребята, есть один вход в Шани, потому что как видно, что отлив вообще влияет из камня. Поэтому есть маленький кусочек пляжа, где можно просто сходить нормально, но без проблем. Но здесь вообще очень мелко, потому что зависит от отлива. Ну, то есть ходить купаться лучше здесь, туда. Да, а еще через понтон, вот, есть понтон.
Да. Здесь понтон сюда, эти ходят на понтон сюда, а тех, эти ходят купаться туда. Да. Вот. Это ж новый, да? А подскажите, те, кто проживает на территории этого отеля, могут ли пользоваться баром на территории Брайка? То есть отели не пользуются территориями друг друга? Только ходить. Только ходить, гулять, да, без проблем. Но каждый пьет свое, ест свое. Угу. В отеле Брайка есть горочки для детей. Это вторая Брайка, это как Брайка, Royal Брайка. Это Royal, да. Да. Не уже в Royal, это большой бассейн, еще есть на той стороне другой. Но это... О, а здесь есть мистер Омар. Это Royal Брайка. Здесь три горочки есть, номера с видом на бассейн. Они разберутся. Мы тут договорились. Вот, ребята, здесь есть три бассейна. Один из них на Копак. Здесь вообще не подогреваем бассейн. Еще есть на той стороне, где главный ресторан, куда мы идем сейчас, три других бассейна. Один детский с подогревом, второй взрослый с подогревом, а третий обычный. Угу. Значит, что у них количество бассейнов, 6 бассейнов здесь в отеле. Но аквапарк не подогревается? Нет. Ну, горочки, аквапарк. А они постоянно включены или по запросу? Аквапарк работал с 10 утра до 12 днем, потом с 3 до 5. Здесь есть 4 горки. А жители Брайки той не могут сюда входить или могут? Аквапарк то Брайка могут не стамлю. Аквапарк для всех. Для всех. Здесь и там. В المواعيد بتاعت التشغيل بتاع بريكا ممكن يستخدموا البار عندي هنا. بجيبهم هنا من هنا. Во время аквапарка, только во время аквапарка, когда они работают. Отдыхающий Брайка могут ходить в бары. В бары, да. Да, ага, вот этот вопрос интересовал. То есть они могут прийти здесь, только поплавать во время барка, и да. покушать там или что там, выпить, попить. А снеки какие-то есть там? Снэк-бар. Нет, только для Royal Break. Картошка фри, там вот это все. Это спа? Спортзал. Спортзал и спа. Есть спортзал свой, есть спа-центр. Вот это подогреваемый, да, бассейн? Да, это подогреваемый бассейн. Это главный ресторан. Вот это главный. Это главный ресторан. Там бар на второй этаж. И тут живая музыка вечером. Ага. А, это есть какая-то программа. Здравствуйте.
Мне как-то та брайка больше по душе. Да? Как-то она посимпатичнее. Несмотря на то, что может быть даже сервиса в этом отеле больше, может он даже и чем-то лучше, выше по уровню, но вот по внешней, если честно, мы первая брайка, цена была намного интереснее, чем брайка Royal. Хотя оба отеля, ну, очень отличные, великолепные по своему уровню. Все, ребята, посмотрите, сейчас я покажу вам два вида номера. Мы сейчас идем смотреть два вида номера. А я жду вас здесь, хорошо? Угу. Это какой номер? Делюкс. Делюкс. Номер Делюкс. Он небольшой по размеру. Но он очень такой, очень стильный. Очень аккуратный. Вид обалденный. Смотрите, пожалуйста, вид. Вы выходите. С одной стороны вы наблюдаете первую брайку. Вы видите море, вы видите залив. С другой стороны вы видите бассейн. Конечно, виды потрясающие. Он просто огромный, есть плазма. Какие каналы есть на плазме? Русский один. Русский один и русский музыка. Русская музыка, да. То есть два канала. Один из них музыкальный. Здесь есть мини-бар. Как понять, что платно, что бесплатно? Это бесплатно. Это вода бесплатно. Это мини-бар есть, два кола, два бира, два сока. Это платно? Это платно, да. И прайс здесь. То есть, если человек, он, а если человек не знает о том, что платно, и выпил? Ну, там, же вот мини-бар, прайс как-то, не знаю. Сразу прайс, раз и вини. Прайс евро. А бутылка, вода пополняется каждый день? Это каждый день, да. А тапочки, халаты? Нет такого, да? Даже по запросу нет такого. Есть какие-то привилегии для постоянных гостей отеля? Здесь? Да. Не понял. Привилегии для постоянных, для репитеров. Для репитеров есть у нас программа. Программа для репитеров есть. Если второй раз, или третий, или четвертый. Какие привилегии? Если второй раз, у нас дают кейк. Третий раз это фрукт баскет. Угу. Корзина с после фруктами. Бутылки это VIP one, это вайн, бутылка, вайн и фрукт баскет и... Угу. То есть, если 5 раз приехал, то тут уже полный набор идет. Все, можем идти? Да. Номер Deluxe понятен. Отель Брайка.
Royal. Номер Family. В нем первая комната. Идет кровать King Size. Идет два стульчика кресла. В отеле Брайка стоит пепельница, то есть тут разрешено курить. Есть вторая комната, в которой две ну, такие очень простенькие кровати, честно говоря. Но вот этот номер не особо меня как-то Family впечатлил. Он очень простой. Первая комната отлично, а вот вторая недоделанная. Ну и так же, как в Deluxe, здесь имеется душевая кабина. Имеется туалет, но нету биде. Имеется раковина. И нету принадлежностей. Принадлежностей нету, да? Спенсер. Только спенсер. Один и один. И все, да? А шампуня нет. Такого всего нет, да? Нет. То есть принадлежности отсутствуют. Это подогреваемые бассейны, да? Это ресепшн главного здания. Здесь кого-то встречают напитком. Вообще, в принципе, в Марсаламе заметил, что принято встречать напитками. Это у нас главный ресторан, да? Нет. Нет. Главный ресторан ниже, это бар, который работает с 10.00 до 23.00 по системе. И живая музыка. Так, внизу бар, да? Нет, вот это. Вот это бар, который живая музыка. А внизу у нас ресторан. Спасибо.